В администрации Советского района сегодня проходили обыски и изъятие документов. По неофициальной информации, обыски связаны с нарушением антикоррупционного законодательства. В моем кабинете не проводилось никакого обыска. Ведется работа БЭПа. Вот, никто не задержан. Никакой взятки никто не передавал, не получал. Это однозначно. Ребята проводят свою работу. По всей вероятности, у них есть какой-то сигнал. Заведено какое-то, ну, наверное, дело. Я не вникаю. Если какая-то информация от меня потребуется, все предоставлю. Своим сотрудникам дал команду максимально предоставить всю необходимую информацию тем людям, которые просят и имеют право ее получить. Максимально открыто мы готовы предоставить любую информацию, которую затребуют. Нам скрывать нечего. И если, не дай бог, какая-то вещь есть, пускай она откроется, и человек, который за это должен понести ответственность, понесет.